А у нас в гостях Карио Абьянли со своей компанией Orange Mark. Карио, расскажи нам про нее. Здравствуйте. Мы занимаемся производством уникального концепта продукта. Это наш бренд ZZ. Концепция уникальная в том, что мы прививаем молодым ребятам, такие же, как мы, молодым людям, правильно питаться. Эти снеки мы должны переходить от чипсов, от этого, потому что у нас постоянно портится экология каждый год. Мы должны переходить на правильное питание и давать нашим детям какую-то, знаете, точку роста. И вот мы начинаем с этого, пока маленькими шажками. Мы распространяем свою продукцию в таких сетях, как Азбука Вкуса, как Expat Retail Group. Вот хотел бы показать вот новую концепцию продукта. Разработанный нами соус ранч совместно с компанией Taylor Farms, калифорнийской компанией, абсолютно без никаких добавок. Также наша бэйби морковь, сельдерей, помидор. Это одна только вот из нашей большой части наших позиций. Так что вот так вот. Только здоровье. Карио, а какие задачи перед собой ставить на этой выставке? На этой выставке просто хотим показать людям то, что можно правильно питаться и платить при этом не большие деньги, а в принципе наши задачи это поменять культуру потребления таких же молодых людей, которые растут, и уже мы идем в правильном направлении, люди начинают понимать, что для них в приоритете. Мы уже ставим перед собой правильные задачи как нация и как, в принципе, мы должны правильно думать и давать правильный пример. Карио, спасибо тебе огромное и успехов. Спасибо большое.